Абсолютное большинство делало это, не получая денег. Просто из ненависти к соседям и коллегам, из желания нагадить им. Деньги платились в редчайших случаях. Гиммлер и Гейдрих считали, что доносить значит исполнять свой патриотический долг. Это в общем и целом соответствовало настроениям доносчиков, которые получали большое удовольствие, избавляясь от неприятных им людей.